Біфрен. Спокій за ясної голови. Ну, что-то там посмотрел насчет демобилизации-то, не? Ой, мобилизации, демобилизации. Посмотрела, но нету никаких сроков. Все разное, все говорят. Что-то, говорит, когда наберем 300 тысяч, тогда и закончится. А ты в интернете такой ролик не видела, где укропы наши танки, трофеи захватили? Нет. Да я видел просто этот видос, и эти танки похожи, как у мои танки, короче. Ну, походу, третья рота. Там один вообще, короче, без вести пропавший. Не один, двое. А если они пытаются дойти до вас, как, в смысле, даже не поискали? Да, конечно, нет. Я тебе говорю, тут у нас часть с собой. Вот у меня друг, его за 300, он уехал, он живой. А его там уже начальник штаба уже все говорит, он 300. Ладно, хоть еще документы не успел сделать. Не отправил в сторону дома. Ну, у нас многие говорят, что как бы сами-то бойцы у нас не тупые, очень много умеют и делают. А вот командование как бы очень сильно страдает. Неграмотные командиры стоят. Вот в третьей роте вот командир роты сказал выехать. Танки пустые, не было керосина. Они выехали, их начали бомбить. Командир роты сказал, нет, стоим до талого. Потому что глаз у него вытекли, что-то у самого командира роты. А пол роты просто погибло. Вот такое вот командование. Ну вот один до нас дошел, один только. А где, говорит, остальные, я не знаю. Я, говорит, помню, говорит, ну, он рассказывал, я, говорит, типа, за другом, за своим лес, там уже огонь горит в самом танке-то. Я, говорит, убежал, только, говорит, отбежал метров 100, и танк начал взрываться. Эти экипажи.